Друзья, всем привет, с вами Александр и экипировочный центр Экипленд. Сегодня рассмотрим демисезонный охотничий костюм от российского производителя экипировки Novatex, модель Magnum Осень. Это популярный функциональный костюм для охоты, создан на основе знаменитого костюма Горка. Благодаря мембране защищает от ветра и осадков, отлично подойдет весенний-осенний период для охоты, рыбалки и активного отдыха на природе. Рассмотрим модель более подробно. Данная модификация костюма выпущена в мае 2019 года. Костюм состоит из куртки и брюк. Материал верха – прочная ткань Исландия. Состав – полиэстер и нейлон. Мембрана Protex с характеристиками 10 тысяч водонепроницаемости и 10 тысяч дышащие свойства. Изделие шито нитками COTS с водоотталкивающим эффектом. Флисовый подклад в куртке и брюках обеспечивает комфорт при температуре плюс 10 градусов. Температура экстрима – 0. Пошив у костюма анатомически, удобно сидит и дает свободу для движения. Куртка оснащена несъемным капюшоном с козырьком. Утеплитель флис регулируется в передней части с помощью шнуров утяжек. Также в задней части есть шнур-утяжка с фиксатором. На плечах по бокам предусмотрены вставки с прорезиненным материалом, а также упоры для того, чтобы ружье либо сумка не соскальзывала с плеча. Ворот высокий, внутренняя часть приятный мягкий флис. Куртка закрывается на молнию с двойным бегунком и двойной ветрозащитный клапан с магнитными застежками. В модели предусмотрено 6 внешних и 1 внутренний карман. Два объемных кармана на груди для согрева рук. Внутренняя подкладка приятный искусственный мех вельбоа. Два кармана на рукавах с магнитными застежками. И два нижних объемных кармана с клапанами на магнитных застежках. Рукав в районе локтя, а также манжета рукава собраны на резинке. В районе талии по бокам также вшиты эластичные вставки. Подол куртки регулируется эластичным шнуром с фиксаторами по нижней части. Подкладка куртки – мягкий приятный флис. Предусмотрен один внутренний карман на молнии. Брюки с высокой эластичной талией закрываются на две канадские пуговицы и молнию. В поясе широкие шлевки под ремень. Модель оснащена съемными подтяжками пистолетного типа. Подтяжки пристегиваются в боковой части с помощью хлястика и застежки Fastex'а. В брюках 4 кармана, 2 основных кармана с влагозащищенными молниями и 2 набедренных кармана с клапаном на магнитах. Под коленом, а также по низу брюк, штанина собрана на резинке. Предусмотрена внутренняя тканевая манжета, также собранная внизу на резинку. Итак, друзья, резюмируем. Демисезонный охотничий костюм от российского производителя Novatex, модель Magnum Осень. Это популярный функциональный костюм для охоты, создан он на основе знаменитого костюма Горка. Благодаря мембране хорошо защищает от ветра и осадков, отлично подойдет в осенний-весенний период для охоты, рыбалки и активного отдыха на природе. Приобрести данную модель можно, перейдя по ссылке в описании к этому видео. Там же вы найдете таблицу размеров данного производителя. Доставка товаров возможна во все регионы России. Друзья, благодарим вас за просмотр этого видео. Ставьте лайки, задавайте ваши вопросы в комментарии. С вами был Александр и экипировочный центр Экипленд. Всем пока!